Макс, готовы извиняться? Да. Здорово. Здорово. Корова. Привет. Здорово. Через 15, блин, там Никитос через 15 минут будет. Гоаханабус пока покрутим. Оп. Да. А мне вот интересно, слышно ли меня на стриме? А, должно быть слышно, да. Блин, стримить Ханаби. Погнали постримим Ханаби. Так. Ну я... У меня, как всегда, офлайн стрим. Я создал Анабус. А чем вдохновлено такое название? Нашим общим знакомым. Похуй, блин. Я выкрутился, я сказал похуй. Ладно. Шоколадный. Спасибо, что держишь в курсе. Ну, это изи было. Speedrun by Max. Блять. А там двойка, типа, у меня вот это, да? Да, но ну, я так и понял, что это двойка. Ну ладно. Проиграли. А хорошо, может, началось. У тебя было 4 единицы, блин. Ну, у тебя говняная рука была на самом деле, типа, неиграбельная. Дим. Не ругайся перед подписчиком. Так я же сказал, пердим. Ну, все равно не очень хорошее слово. Можно было и обойти. Я могу повторить. Можешь повторить? Как сбросить? Надо это подсказывать. А как играть? Понял. Ну и нахрена мне эта информация? Понял. Ладно, хрен с ним. Ладно. Отличное начало. Ну, хорошее, хорошее, интересное хотя бы. Работаем. Ну, подскажи какое-нибудь говно. Я подсказал какое-то говно. Найс, ок, бро. Блин. Я проглядел. Ну там, блин, если что, эйс плюс 6. Я проглядел. Ну, это ошибка новичка. Главное, что зрители видели все. Зрители все запомнят. Чувак. Позор. Челик. Челбикс. Что надо? Ну, ты хотел, чтобы это было со стилем, но это не со стилем. Ладно, я тебе тоже могу сообщить такую информацию. А нахрена мне эту информацию? Можешь сообщить? Вопрос. Вначале 3 единицы, но проблема в том, что они все синие. Небольшая. Small problem. Small problem. Проблем. Okay.
хорошо. Значит, не так сильно. Короче, все, если я скидываю играбельную двойку, значит, что следующая карта рядом с ней тоже играбельная двойка, можно просто ее играть. Правильная конвенция? Да. Не, no. No, no, no. Сначала желтую единицу кто искать будет. Это не моя зазора, проблема уже. Зазора. Зазубра. Зазубра. Завупа. Ладно. Я ладу подумал. Торможу, торможу. Да мы все равно не выиграем эту катку, не ссы. Я просто буду. У нас все хреново с эйсом. Где двойки? Ладно. А танки? Блин, а как сбросить? А, все, чувак, я тебя подловил на потерю времени. Ладно. Изи. Стой, подсказывай. Подсказывай. Под пожилым. Но тут очевидно мой выигрыш по времени. Я блин, 2.39. Чувак, вместе 2.39. 2.39. Total duration. Total duration. Я вообще даже не ошибся особо. Вроде да вроде нет. Только, но... Ошибся только тем, что долго думал. О, сюда. Ну, кстати, очень похожий. Развал. Значит, это мне совсем сообщает дополнительную информацию. Ну, ты все равно всю свою дополнительную информацию в мусорку спустил только что. Как сбросить, если не могу? Не работает сброс. Помойку. Забанили. Забанили в сбросе. Что тебе еще рассказать интересного? Не знаю. Чувак, сейчас сброс работает, если что, держу в курсе. Ладно, нынче, так сказать, сброс работает. Спасибо. Ой, мне я попытался сыграть карту, но мне сказали, что она unplayable. Unwinable strategy. Блин, неправильно понял подсказку, но комп подсказал, что я неправильно понял. Чувак, это скилл. Я забыл, а зачем ты мне сообщил про эту информацию? Ладно, хрена мне эта информация. Понял. Для галочки. Да блин, ну что ты, сука, делаешь такая? Я сыграл левую карту, потому что пятерка не была в опасности. Просто мудило. Ты мудило. Карта не была в опасности. Ты мудило, понял? Что тебе не нравится? Карта не была в опасности. Карта не была в опасности. Ты мудило. Они у тебя лежали, блин, в пол игры. Специально я подождал, пока они отойдут от левого края. Иди ты нахрен. Они отошли от левого края, и после этого я тебе подсказал. Да какого хрена? Что за Украина? Один жёлтый, другой синий. Реально набрался руку жёлто-синих. Нет, чувак, я на эту хуйню не куплюсь. Хорошо. Тогда куплюсь.
Понял. О, нет. Чего, блин? Сейчас, стоп, подожди, а как это получилось? Ну, ты не знал. Я тебе сообщ... Ты не знал про вторую карту, ты мне двойка. Другую... Я тебе сообщил про две двойки, а ты решил, что почему-то тут тоже можно играть. Все, все. Все, все, спокойно. Ладно. Никто не трогает твое аниме. Под пожилым. Никто не трогает твое аниме. Да никто, никто, все. Ок, ок. Аниме под, под спокойствием и под, под, под пожилым контролем. Спасибо. Пожилым, да пошел ты нахрен. Ладно, похрен. На мужика. Это про меня. Блин, 2.38. Мы ближе стали по времени, чем в прошлый раз. Ну, я в какой-то момент даже реплей успел пересмотреть, пока играл, так что... Блин. Ты обезьяна. Не обзывайся. Это тебя не красит. Что, извиняюсь. Извиняюсь. Ослоумие проявил. Ослоумие. Блин. Ты обсчитался. Да в смысле обсчитался? Ну зачем ты подсказываешь? Там в тот момент была единица и двойка, а потом они стали еще и двойка. А как я должен понимать, что в тот момент была единица и двойка? Так, камон. Ты уже знал, что это единица. А раз я сообщил еще про синих, то слава Украине. А-а-а. Типа это было не подтверждение того, что я должен играть? Я понял. Ну виноват, виновен. Да твою мать. Да все, все, играем. Пожилым. Да все, а мы без ошибок должны играть. Да это, чувак, ты должен играть без ошибок. Мне можно ошибаться. Это настоящие понимаешь. Профессионалы не боятся ошибаться. Ладно. О, нихрена, нормально. Расставил очка. Похрен. Я что не собираюсь прочитать, почему ты подсказал именно про фиолетовый, а не про четверки. Я таким не занимаюсь. Так, разыгров. Очка. Ладно. 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 Достаточно опасное, чувак, или недостаточно? Вопрос. Весело. Главное, чтобы было весело. Знаешь, главное, чтобы... И точка. А нет, вкусно должно быть. Вкусно и точка. Ладно. Ладно. Ну, сверхич. Ну, просто сверхич. Ну, чувак, ты, если что, мне подсказал после того, как разыграл тройку. И что, я виноват, что ли, что она... Разыграл тройку и после этого подсказал мне карту. Я должен еще что-то сделать. Чувак, она правую в сбросе, не надо мне втирать ничего. Ну и что? Она могла быть играбельной. Тогда бы я тебе еще подсказал. Я про правую в сбросе, ты всегда должен быть готов к тому, что ты обосрешься, ты ее сыграешь. Я обосрался, ее сыграл. Я сейчас обосрался. Я хотел да в что? Я в блайнд хотел сыграть. Но я... Твою мать, чувак, подписчики недовольны. Я бы закрыл просто один. Блин,
Блин, еще и блайндис. Блин. Не блин, а блин, чувак. Блин. Чувак, я очень... У меня, короче, плохое настроение теперь в этом. Похрен. Мне абсолютно похрен. Да ты... Сука. Я одно заблокировал один выход в туза, а другой не смог. Не успел одной подсказкой заблокировать оба выхода в туза. Чел, ты просто недостаточно профи еще. Я ультра слабый. Да блин, я уже раза 4 попытался сбросить, но не получилось. Давай ты поспрашивай, хочу, чтобы будет... все пятерки были у меня. Чего страшного? Пау, 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 пау. Похрен. Блин. Блин. Все, все спокойно. Играем, играем. Пожилым. Работаем. Ты видел по этому самому по ЧКК Андрей Козлов или как его там? Он говорит, работаем. Нет, не видел? Ладно. Работаем. Блин. А танки где? Ну, она, скорее всего, опасна, но я уже не могу. Ладно, он оказался грабен. К счастью. К счастью. Упс. Ай-яй-яй. А вдруг она желтая? Ладно, плохо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Все, на всякий случай, все. А, мы можем еще раз ошибиться? А то статистику бы мне подпортил. Главнюк. Кто? Главнюк. Ладно, да похрен. Ты там записал всю информацию? Список кое-кого записал, да, информацию. Список информации. Список информации. Хорошо. Так, я, кстати, записал список информации. Ну ладно, ты уже подсказал эту информацию. А нахрена мне эта информация? Ладно. Ладно. А нахрена? А нахрена? Блин, блин. Ладно, плохо. Меня расстраивает, меня заставил думать много. Я старался. Ты меня стату в танках испортил. Я старался. Все, моя задача не выиграть игру, моя задача быстрее тебя сыграть. Пойми, пожалуйста, мы с тобой не друзья здесь. Мы здесь по разные стороны баррикад. Да. Бляха-муха! Поясню, да пидорас! Сука. Но она не игралась все равно, да. Хотя все шло неплохо, но такое не тащится. Ну, там слишком глубоко в заднице у нас. Ты пидора. Что? Какого хрена? Я, блин, сейчас вов на эту снягу. Какого черта это было? Какого, блин, хрена? Мы профессионалы, так не делаем. Да ты с
стал, Павел? Почему так не везет? Почему все, что я подсказываю, у меня уже тоже в руке оказывается? Ну почему мне про две двойки не подсказали? Анал. Энал. Дю энал. Ты крыса, что это было? Нет, ок, реально, ок. Много ходов. Много разных ходов есть. Блин, еще и записывать. А нахрена мне эта информация? Я хотел сказать, согласен. Чем? Ну что за расчистка руки несанкционированная? Ладно. Догадался, Штирлиц. Позор. С позором, чувак. Но это будет... У тебя играбельная есть! У тебя играбельная есть! Да почему играбельная? Что, нет, не играбельная пятерка у тебя? Но почему она не может быть фиолетовая? Где она может быть фиолетовая? Что? Ты знаешь про нее все? Всю информацию про нее знаешь? Нет, я про эту... Про пятерку. А, про пятерку? Ну хорошо, я Валерий Альбертович. Какое у меня отчество? Шпашенко. Нет, там не совсем так. Там так. Нет, там не совсем так. Почти так, но не совсем. Да откуда ты знаешь эту информацию? Да мне похрен, я противопехотная, блин, мина, если что, в курсе. Блин, сколько информации. Ладно. Правильный ход. Раунд свайп. Ладно, мы хорошо отыграли. И мы все правильно сделали. Вокруг свайпа. Все правильно сыграли. Это я понимаю, реально игра вокруг свайпа. Троечку на удачу просто забросили. Ты что творишь, паскуда? Я футбольный мяч. Ты чертополох. Так, а я вообще-то не могу играть левой, потому что вдруг правая сбросила. Так что пошел нахрен. Ладно. Мне что, жалко, что ли? А, я можно играть? Ты что так не сказал? Пошел нахрен. Почему ты не сообщил мне данную информацию? Просто прям... Да пошел ты нахрен. Это ты мне? Да, это я тебе. Чел. Назрел один вопросик, так сказать. А информация-то зачем? Блин. Ладно, сыграю. А, не буду. Если что, подскажешь. Ну, эйс плюс один, ну чел. Ладно, все, сейчас. Ну, какого хрена? Спокойничек. Ну, а что? А, мы на все, ну, это... Ну, если у меня пятерка желтая, но она, видимо, пятерка, или бы ты подсказал. Да. Ну ладно, тут, видимо, просто не наша проблема. Это зачем?
Чего хорошо, же катка пошла. Вот это, кстати, катка пойдет плохо, Витёк. Я тебе ни о чем не говорю, но катка пойдет плохо. Да, у тебя тоже блайндовая карта была пятерочка. Понял. Спасибо за навигацию. Смотри, у тебя блайндовая карта не пятерка, так что играть в принципе можно. Фак, я не занимаюсь херней. Да ё-моё. Ну ладно. Блин. Ок, браза. Но это опасно было, на самом деле. Слушайте, опасных карт. Я просто офигею. Я просто офигею. Я просто бахаю, все. Ты что сделал? Ты какого хрена? У меня слишком много опасных карт. Я... Троек, точнее, это же не опасно. Просто какие-то рандомные тройки, блин. Пошли они нахуй. Ну не знаю, ты какого хрена? Я-то не могу отыгрывать от того, что ты сбросишь сейчас. Я бидлы, но и ты тоже. И так, би-2. И би-2. Ты зачем мне синюю сообщил? Сейчас. Ладно, значит, можно сыграть. Жилым. Ладно. Пейс плюс 3, пейс плюс 2, ладно. Здорово, пожилые. Здорово, пожилые. Ой, Макс. Ни хрена, там тропический Витёк. Так, это я. As we can, as we can. Отвечаешь, отвечаешь. Макс, я считаю, что достойна карточка, катка, чтобы офнуть хан. Да секунду, я что-то так быстро в конце играл. Понимаете, когда у тебя все полезные карты, я тебе подсказываю, я медленно тыкаю. Но, блин, когда у меня все полезные карты, только играть, блин, я так опозорился. Чувак, это спидран, просто нулевый спидран от тебя. Че, за сколько вы прошли? Сколько вы прошли, парни? 2.27, но Витёк, блин, 1.12, а я 1.14. То есть это легчайшее просто. Витёк 0 секунд напрягался в этой игре. Я просто не почувствовал, да, я понял. А Макс просто запотел в конце и все равно жиденько перданул. Ох, как красиво. Да, я, кстати, блин, я дал фотку. У меня там такой сатов в лучах полуденного солнца за окном, парни. Сейчас я вам кину фотку. Саратова. А где ты сейчас? В Саратове, примерно под Саратовым. Сейчас покажу. Под Саратовым? А ты можешь ее продемонстрировать моих подписчиков? Ну я... А в телегу ты боишься открыть, что ли? Я не хочу телегу открывать, да. Телега... Вот. Это личное. Чисто Саратов в лучах полуденного солнца. На самом деле я в горах Краснодарского края. У меня на стриме камера просто зависла. И все. Я, кстати, создал, парни, если что. Нифига, у тебя там реально, слушай, атмосферно. Горы Краснодарского края. Красиво. А, если тебе жалко для подписчиков, я сам посмотрю. А, у меня телефон нет? У меня нет телефона. Ну, как я могу в камеру? Там прям такие цвета, такой синий переход, синий-зеленый. Ребят, короче, вы все слышали. Нет, очень красиво в горах Краснодарского края. Очень красиво просто. Так, ладно, я перезапускаю стрим. Там еще озеро такое. А ты забрался в горы, чтобы интернет лучше был, я правильно понял? Нет.